Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, меня слышно. А мы продолжим проходить такую игру, как «Инопланетянка», первый сезон. Ну, глава, называйте как хотите. Сейчас я немного горло попробую промочить и попробовать. Так, понравились розочки. Они такие красивые. Срезать розочку. Ну. Что такое? Не надо резать. На них посмотреть. Обязательно придем, да. А. Красоты. Да, мы видим вещи не совсем так, как вы. Ну да, наша инопланетянка. Ага, пока живы. Ну да. А, они птенца, по-моему, услышали. А, вот так он хотел и показать. А, вот и утки. Ну давай, попробуй, Янка. Вот что мне в таких новеллах нравится, это музыка, конечно же, ребят. Музыка топ. Извините. Зима. Куда мы направимся? А, кафешечка.
Короче, была на свиданку, на свиданочку. На, робота оставить. Так. Ага, Яна, значит, сейчас. Ну да, типа довольны. Присматривать за ней. Вот я не знаю, участвовать в этом типа эксперименте, в принципе, можно было бы. Ну давайте, типа участвую. Они типа уезжают. Наша традиционная рубрика «Сельский час». Кто же не любит картошку? Покажите мне этого извращенца. Ну-ка. О, неожиданно. Наш оператор поднимает руку. Кажется, у нас в студии образовалась вакансия. Но об этом после. Итак, кто же не любит картошку? Как сказал классик, ах, картошка, картошечка ядреная, и сметана, и с молоком, и печеная. И ни для кого не секрет, что у этого без преувеличения культового продукта есть враги. Да, да, это и не только соседи, норовящие под покровом ночи, вырыть и унести с таким трудом добытый урожай. Настоящий враг — это колорадский шелк. О, колорадский шелк — враг для картошки. Это она про инопланетянку, что она хорошо готовит. И он не звонит. С Яной в парк ходили. Рассказывали. Куток покормили, в кафе посидели. Отец им звонил. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Опять снова повседневность, мать его, так. Надо поспать. Да.
Но то, что инопланетяне, это да. Среда. Текс. А что у нас в среду будет? Она не хочет в школу идти. А, познакомились, не все так сразу. Ага, Аня поздоровалась с нами. Музычка прикольная. Кристина.
что сейчас будет? Листы, блин. Гениальная идея без совета, а какой? Билеты в кино. Да уж, приглашать Кристину на свиданку я не хочу. Что за дело, Ромка? А, одежду? Это я помню. На поход они вроде собрались. А, в тире.
Ну, форма так форма. Поможем Ромке, как говорится. Смысле? А куда они сейчас пойдут? Да блин, достали меня с Кристиной судить. Я уже надоел. Кристина. Не хочу я с Кристинкой быть. Достали. Она, надеюсь, нас отошьет. Да, он сейчас пригласит ее на свиданку, на свиданочку, на билеты в кинцо. Падающая звезда. Да ни хрена не да. А что у нее? Есть, значит, у Кристинки кто-то. Слава яйца, что у нее кто-то есть. С Яной сходить. Ну да. Сходим с Яной на свиданочку. На свиданочку. Яна, на-на-на, на-на-на. Так. Окей. Ну как сказать, Кристинка нас... того случая с этим.
И что будем сейчас делать? А, за продуктами, за продуктами. Пойдем с продуктами. Что-то купить, да? А, сейчас. Я тоже тут временно в очках был. Так, значит, хлеб, рис, майонез, мусли, пельмени, варенье, шампунь, губки для посуды, мешки для пылесоса, зубная щетка, полотенце бумажное, ведро для непонятно, не могу разобрать, и какая-то хватка, ладно, пофиг. Блин, нахрена это нарисовали, вот реально, нахрена. Торговый центр Фламинго. Интересно. Сколько у нас там времени прошло? Я не знаю, мне бы хотелось этот момент обрезать, потому что, мало ли, не хочу этих ограничений. А отсюда начать. Ну, как-то приблизительно. Вот. Так. Так, Фламинго. Что мы будем делать, если ужин отменяется? Куда пойдем? Сама.
Детская площадка. А робота малой взял. Ну давайте. Галактика вкуса. Thank you.
Четверг. А что ж у нас в четверг будет, я не помню. Болтовня. А зачем нам с Кристиной видеться? А вот, кстати, отсылка. Смотрите, ребят. Алло, психиатрическая больница. У моего брата белая горячка. Отсылка к фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Капец, жесткая отсылка вообще. Найс. Забавно. Блин, так-то, в принципе, игра прикольная, но столько болтовни. Школу, а для чего в школу? Да. Ну. И что мы будем делать. Спортзал. Так. Ребятки, секунду. Сейчас подойду. Я взял телефон, чтобы смотреть время. Так.
А, про костюм. Да уж. На свиданку, на свиданочку. Так. Сейчас у нас теперь этот... Пожар, да? Так. Пожар. Та-ра-ра-ра-ра.
с полива. Кстати, у него отсылка, видите, к бесконечному лету. Возвращение в Совенок написано на майке, ребят, обратите внимание. Отсылка к бесконечному лету. Ту. Да. Пожар у нас случился. Он сейчас сидеть будут, по-моему, телек смотреть. Так. Так, они сейчас посидят, поедят.
О, теперь Стася. Я согласен, крестинку не хочу. То Стася, да. Сыграть роль девушки. Кино. Ну, кинцо так кинцо. Пятница. А, в субботу отец приезжает. Пятница кино, по-моему, и суббота конец. Да блин. Опять сиськи показывали.
Завтракают они. Сейчас, ребят, я подойду. Thank you.
долго нам еще проходить? Долго? Игру. Насколько у нас это все продлится? Ну, я думаю, уже финал сегодня хотел сделать. Бедный Ромка, все костюм ждал, ждал. Привидение в подвале. Ну, погнали. Huh.
на свиданочку. Так. Посейдон. Она, короче, получается подружка его детства. Да, погнали. У меня, кстати, майка у пацана System of Down. Майка.
Посейдон. Значит, у нас еще Посейдон будет. Ну да, в океанариум ее, походу, пригласим. Цветы. Значит, после океанариума, походу, концовка. Окей, поспим.
А, сейчас сестра нам одежки даст. Так. Лол. Посейдон. Бля, капец, подождите, ребят. Шея затекает, капец. Фух. А, поиграть. Ну, погнали. Ну, наконец-то, Посейдон. Охранник. Она прям матроски какой-то, как будто. Матроска, матросочка. Ну пошли. Красота какая, да. Так, сейчас, ребятки, я немножко паузу сделаю. Сейчас я посмотрю кое-что. Сейчас. Сейчас, ребят, мне надо немножко шею разминуть. У меня что-то прям вообще... Шея затекла, подождите. Секундочку. Пару секунд. Ну, может, пару минут, секунд, ребят.
Так, ну что, ребят, продолжаем. Должно быть немного легче. Ну да, тот самый Роман Сергеевич. Thank you.
камуфляж. Опять нам сиськи показывают. Пока инопланетянка восстанавливается. На свиданку, на свиданочку, на свиданку, на сметанку. Так. Короче, мы замутили с инопланетянкой. Будет ли у них кекс, я не знаю. А вот и пахан его. Так.
А это значит концовка. Так. Или запишем тогда. Ну, бухнем с отцом. Серьезно? Ну да. Короче, все состоялось от того, как отец приехал. Да, что титры притормаживают. Ну, короче, суть в чем? Ну, сейчас, может... Да, сейчас за меню дойдем. Да-да-да. Прикольно сделали. В будущем. Короче, ребят, в чем суть? Суть в том, что мы... Чего? Почему другая картинка при переключении? Ладно. Короче, суть в чем? Суть в том, что мы влюбились в инопланетянку. Ну, какой рут у меня пошел. Вот. Вот. И, короче, мы будем с ней встречаться. Она пришла на Землю на эксперименты, чтобы, короче, узнать, что такое любовь. Отношения людям. И что будет дальше, это разработчики потом сделают следующую главу. Так что, если хотите поиграть первую главу с разными выборами, то всегда, пожалуйста, игра полностью бесплатна в Steam, а также в ВК Play. Вот. Я не стал все диалоги показывать, чтобы вы поиграли. Так, немножко промотал уже под финал. Так что всем спасибо за внимание. Я надеюсь, вам инопланетянка понравилась. Полного прохождения нету, это всего лишь часть игры. Я вам показал, как игра выглядит. Игра офигенная, рисовка супер, музыка супер, сюжет супер. Игра ничуть не хуже, чем «Любовь, деньги, рок-н-ролл», и ничуть не хуже, чем «Бесконечное лето». Вот. Можно сказать, я показал первые впечатления, и они реально офигенные. Мне понравилось, а я надеюсь, понравилось вам. Вот. Играйте только в хорошие игры, с сюжетом, с музыкой, атмосферой, с добрыми намерениями. Потому что в инопланетянке все сделано лампово, качественно, классно. Мне понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. А всем до скорого. Не забывайте про репосты, лайки, рассказывать друзьям. А мы стараемся играть в хорошие игры. Приглашать вас, не забывайте комментировать, смотреть и приглашать новых людей на развитие нашего лампового доброго канала, потому что каналу помогаете не только вы, но и все остальные. Объединяясь, мы становимся сильнее, потому что мы Казаку Фэмили. Пока-пока!